Всем привет, друзья, с вами ММА, и сегодня для вас есть очень крутые новости, но давайте все по порядку. Для начала я бы хотел сказать, что наша банда, как ребята вы знаете, очень сильная, она била многие рекорды, и сегодня мы хотели бы вам показать еще один наш новый рекорд. Он был давно уже сделан, просто никак руки не доходили до этого, но давайте по порядку. Еще у меня для вас пару крутых новостей. Я хотел бы сначала рассказать про новости, ребята, потом показать, что надо именно сделать, и тогда уже приступим к нашему новому достижению, а также к будущим планам. На самом деле, очень крупные планы, и я думаю, ребята, вам всем будет это интересно узнать. Первое, ребята, мы нашли крутых спонсоров, и теперь они согласны с нами сотрудничать с нашим семейством. В общем, до этого мы были в семействе Tribe, но их помощь это так себе, относительная тема была. Толком ничем почти не помогали. Ну и вот, ребята, мы искали спонсоров, и наконец-то вроде бы такие нашлись, но пока это не точно, пока это непонятно их серьезность намерений, все это. Но первым делом, ребята, нужно одно важное дело сделать, и тогда мы сразу сможем понять, будем мы с ними сотрудничать или нет. Но все предпосылки к тому, что скорее всего мы это будем делать, ребят, потому что ребята вроде серьезно, это единственные спонсоры, которые в Brawl Stars проводят такой крупный турнир на 2500. Сейчас он проходит, и его обозревают многие топовые ютуберы, Эш, там, всякие испанцы. В общем, ребята серьезные, это китайцы, там, сингапурцы. В общем, серьезная компания, у которой обороты больше 3 миллиардов долларов. Ну и вот, ребята, они решили свои силы, свои денежки вкладывать в эту игру. В общем, инвестиции появляются, и на нас тоже они вышли. Вышли, конечно, с другим предложением по поводу рекламы в Ютубе, но это было давно. На самом деле мы с ними уже общались, и сейчас я с ними поговорил, я заговорил насчет нашего семейства. Так как наше семейство брошенное, хотя самое сильное в СНГ, у нас топ России, топ Беларуси, топ Украины, топ Киргизстана, топ Казахстана, в общем, блин, самое топовое семейство СНГ, но наши кубки приносят им бабла, которым они, конечно, не делятся. В общем, ребята, для вас крутая новость, это то, что мы, скорее всего, перейдем к этим ребятам, и нас будут круто спонсировать. Все бабки, которые выделят на наши банды, я собираюсь, не нарушая конфиденциальности и политики правил Суперселла, все средства, которые будут выделены на наши клубы, мы будем запускать, ребята, и вкладывать их в турниры. И причем я много думал, что турниры это очень несправедливая вещь, поэтому, ребята, я считаю, что нужно будет делать две темы. Первая тема это то, что турнир будет один для крупных, для больших игроков нашего семейства, и там, конечно, фонд будет побольше, потому что выиграть там будет тяжелее. Но мы не забыли про наших маленьких друзей, которые только растут, которые вряд ли смогут победить трех старых топов, которые давно играют. Поэтому для маленьких тоже будут свои турниры. И мы будем жестко чекать, если кто-то будет играть с твинков какие-то топы, мы это сразу вычислим. Во-первых. Во-вторых, будет регистрация через контакт, и мы всех топов, всех этих типов знаем. С фейковых страниц мы никого не будем принимать, регистрировать. Так что, ребята, всех топов мы знаем, и они будут участвовать только в сильнейших турнирах. Ну а для новичков, ребята, будут более простые турниры и более равные условия между собой. Они смогут порубиться честно, и самые сильнейшие тоже заберут призовой фонд. И это будет, ребята, каждый месяц я это буду стримить. Так что мало того, что вы получите денег, так еще и запиаритесь на моем стриме, потому что я буду за вами следить. В общем, как-то так, ребята, давайте погнали к следующему нюансу. Первым делом, ребята, перейдите по ссылочке в описании, вас кинет на скачку приложений. И если вы даже с Android, то это приложение работает как с Android и как с iPhone без проблем. В общем, качайте это приложение, а дальше я вам покажу, что надо делать. Но давайте расскажу, почему вы должны скачать это приложение. Во-первых, ребят, потому что сегодня там вечером будет крутой конкурс на 5 призовых мест, которые попадут в закрытую беседу к самым лютым топам. То есть это моя беседа, я туда никого не добавляю и даже за деньги. Но у вас будет шанс, если вы счастливчик, зайдет холл, он просто загадает какого-нибудь персонажа. Кто первый ответит, что это персонаж тот, которого он загадал, он попадет в беседу. И это будет круто, ребята, на самом деле. Поэтому давайте. А второе я вам расскажу, что если мы здесь соберем 1200 участников, то я организую в феврале самый топовый конкурс, который вообще когда-либо мог быть. Но если у вас не получилось вступить в нашу беседу по ссылке, то давайте я вам покажу, как это сделать.
поиске набираем вот этот номер. Это номер нашей группы. Но вы пишете поиск, и он не находит его. Теперь с вкладки «Все» надо перейти в другую. Надо вкладку «Группа» открыть, и вот наша беседа. Ребята, либо вступаете по ссылочке в нашу группу, либо без ссылочки вручную вводите номер нашей группы и вступаете. Ребят, если мы за 2 дня соберем 1200 участников, что нам под силу сделать за пару часов, то в феврале я для вас супер крутой конкурс организую. И да, не забывайте, что сейчас конкурс тоже идет, он будет подведен 25 января. Но это совсем другая тема. И давайте приступим к самому интересному и самому важному. Это рекорд нашей банды. Надеюсь, ребята, я вам смог объяснить, почему вам выгодно скачать это приложение и зайти в мою беседу. Во-первых, потому что это будет сегодня конкурс. Вы попадете в закрытую беседу к всем топам. 5 человек победят и получат такую возможность. Во-вторых, это то, что если мы соберем нужное количество, а нужно примерно 1200 человек, ребят, то мы в феврале устроим супер крутой конкурс. И в-третьих, ребята, если мы с ними сработаемся, то наши банды самыми топовыми станут, потому что будут еще и конкурсы и финансирование от крупных спонсоров. Так что, ребята, обязательно перейдите по ссылочке, скачайте приложение, зайдите в наш чат. А теперь вот покажем наши банды. Наша банда 22-я в мире, и это действительно серьезный рекорд. 1 000 000 кубков не брала ни одна банда, не то что из России, вообще из СНГ. Так что я считаю, ребят, что у нас большое будущее, обязательно входите в наше семейство. Если вы маленький, то у вас будет возможность поучаствовать в маленьких турнирах и тоже заработать денег. А это будет каждый месяц, это будет на моих стримах. В общем, это все будет интересно. От вас нужна только поддержка. Замутите, ребят, пожалуйста, вот этот переходик, вступление в наш чат, и обязательно будут крутые новости. В общем, с вами был ММА, надеюсь на вашу поддержку, все-таки для вас стараюсь. Так что, ребята, всем удачи и всем пока.